Вот так производится бесплатная кукуруза для фестиваля Корондебо. Здесь початки очищают. Складывают вот такие ящички. И уже кукуруза варится вон в такое большое бадье. Это сладкий плод кукурузы, поэтому он варится 10-15 минут, не больше. А вот здесь все желающие стоят в очереди, получают кукурузу, солят, поливают маслом и кушают. Еще какое-то непонятное. Непонятно, что трактор какой-то. Очень интересно. Спонсор бесплатной кукурузы – Декор Кабинет Компани. Наша любимая мебельная фабрика, которая предоставила этому товарищу работу вместе с воркфермером. Спасибо, Декор. Спасибо, Декор. Декор. Действительно вкусная кукуруза, мне нравится. Да. Мы уже съели по штуке. Может быть, потом еще посмотрим.